Всем здравствуйте! Лариса Долина в последнее время сильно изменилась. Она пережила вторую молодость. После выхода на пенсию народная артистка России Лариса Долина на некоторое время пропала. Спустя время она вновь вернулась к поклонникам совершенно неузнаваемой. Артистка похорошела, постройнела и продолжила активно развивать карьеру. Сейчас Долина постоянно посещает светские мероприятия, съемки и премьеры. Она старается выглядеть современно, ярко и порой слишком броско. На днях у Ларисы Долиной завершился гастрольный тур по России. Хоть для артистки это и наслаждение, но все-таки в 67 лет не так просто колесить с ежедневными концертами. Поэтому можно сказать, что Долина отмучилась в каком-то смысле. Певица поделилась впечатлениями в своем телеграм-канале. К публикации она прикрепила фото, на котором ее лицо переделано вдоль и поперек при помощи фильтров. Что же, закончился наш гастрольный тур по городам России, приуроченный к празднованию столетия российского джаза. Вчера отыграли заключительный концерт в Южно-Сахалинске. Публика была просто нереальной, не отпускали очень долго. Приехал и поздравил губернатор Валерий Игоревич Лимаренко. Спасибо за поддержку таких важных проектов, Валерий Игоревич. Немного грустно. Как-то быстро пролетели эти два месяца. 17 городов, от Калининграда до Сахалина, 17 аншлагов. Полетели в столицу, все будет джаз, написала еще не дожившая до 70 лет Лариса Долина. Так что у певицы все впереди, долгий перелет на небесах в Москву ей организовали с достойными проводами. Многие заметили, что Лариса Долина снова чересчур сильно отретушировала свое фото, и на самом деле выглядит далеко не так молодо. Между тем фанаты рыдали в комментариях из-за того, что тур завершился и приходится прощаться. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока.